Кількість пошуковців Союзу «Народна пам'ять», які прагнули допомагати шукати безвісти зниклих українських бійців в зоні АТО та повертати їх додому, зростала. Чи не кожне місто України, яке мало свій пошуковий загін, було представлено в місті Чорний Тюльпан своєрідним спецзагоном? Це такі міста, як Синельникове, Дніпро, Київ, Оржиця, Каховка, Одеса, Кривий Ріг тощо. Кількість волонтерів-тюльпанівців швидко досягла 110 чоловік з 15 міст. Постійно спілкуючись з тими, хто вже повернувся з зони АТО, пошуковці наступних груп наче знали, що на них чекає. Вони розуміли, що основною їх метою є пошук та повернення додому загиблих бійців української армії. І знали, що впораються з цим завданням. Заради вбитих горем рідних, заради пам'яті. Але кожні настанови, рекомендації, поради не давали реальної картини того, з чим доведеться зіткнутися там, в зоні АТО. Собирались мы на вахту в Карпаты, Черемха 2014. Запланированная вахта памяти была по Первой мировой войне. И буквально за 4-5 дней до выезда позвонил Ярослав Александрович Жилкин. Сказал, что нужно выехать на ту сторону. Сошлись на том, что мы отработаем на вахте, а потом будем уже менять тех ребят, которые уедут первыми туда, на эти работы. Мы созвонились с ребятами, с нашими, с Ингулецкими, в принципе, с Сергатенко, с Андрюхой. Я говорю, ребят, хотите, едьте. То есть никто как бы заставлять вас не имеет права и не будет заставлять. Если хотите, то поедете. На что те сказали, я был, честно говоря, удивлен. Говорю, вы 10 раз подумайте, потому что там все-таки как бы стреляют, погибнуть можно. Вот. Те говорят, мы поедем. Естественно, что эта вахта проходила под знаком ожидания, звонков, переживаний. Ну, естественно, что созванивались только по вечерам. Потому что в дневное время группа работала на той территории и, по сути дела, была вне зоны досягаемости. Связь плохая там в Карпатах была. Постоянно вылазили на гору для того, чтобы вечером пацанам звонили, узнавали. Тогда даже не было такого понимания. Они говорят, мы сегодня привезли 7 человек. Но это понимание для меня было, как мы подняли 7 останков. Примерно то же самое, в принципе. То есть, когда ты еще не знаешь, не понимаешь тех условий, в каких это все происходит, и как это все выглядит, скажем так, то особо понимания тогда не было. Сидя у костра, вечером как-то зашел у нас разговор с ребятами, кто согласен ехать. И как-то так случилось, что практически все сказали, да, мы поедем. И так оно и произошло. Были такие тоже возгласы, да вот там дураки, нафиг вы туда едете, да зачем оно вам это надо. Честно говоря, сомнений вообще не было. Потому что это команда, поэтому сомнений не было. Готов был ехать, даже не понимая, что это будет. Война, с которой мы сталкивались, с которой мы работали раньше, не то чтобы мы ее... Она была, возможно, она была миллион раз страшнее, но мы ее не видели. То, что мы увидели собственными глазами, нам действительно дало хотя бы хоть немножко понять, на самом деле, что происходило. Вот. Картина довольно-таки очень страшная. Изначально жили там, так называемая горка. Там, в палатках жили. В таких полевых условиях. Там сад был какой-то фруктовый, вот в районе этого сада. Не дай Бог, это разве быт в саду? Это было испытание. Осень, холодно, печки, палатки. А когда пришел дождь, и нас трое суток вытягивали и втягивали Уралом, в лагерь звали. Эх, тут дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая. Настоящие армейские условия. Армейская палатка там, на 10 человек. Там же мы кушали, там же мы спали. То есть это все вокруг военные, военная техника, постоянное движение. Там, то Уралы, то
какие-то грузовики. При приближении, допустим, туда чувствовалось вот это вот в воздухе, само такое вот, какая-то наэлектризованная обстановка вся, оно все присутствовало там. Среди всего этого родные лица, своих увидели, это было как бы так немножко расслабляюще. Наши две группы уже работали по 10 суток каждая, или может даже больше. Мы были, по-моему, третьей группой, которая приехала менять. Первое, что меня поразило, это глаза Сергея Белоконя. Он лежал в палатке на кровати, на вот этой армейской, и взгляд у него был не его. То есть я его как бы уже давненько знал на тот момент, но это не его был взгляд. То есть какой-то взгляд уставший, он не испуганный был, он какой-то уставший, задумчивый, что ли. Где-то внутри себя уже подготавливаю, что ты такой же самый будешь через определенно 2 недели. То, что ребята рассказывают, это хорошо. Но пока ты сам не пережил это всегда создает определенный психологический дискомфорт, напряжение. Гена Базаджиев, командир группы, приехал, и вот он начал нам рассказывать, вот как нужно переходить ноль, как нужно подъезжать, у всех рот на замок, меньше языком трепать, меньше употреблять украинские слова. Это сеялка. Не любят они там украинские слова. Потому что это вот все на адреналине, скажем так. То есть и та сторона, и наша сторона, у всех адреналин, потому что это война, вот только что гибли люди. Выезд под Новую Екатериновку, он, наверное, ну, для всех он запомнился, потому что это был первый выезд. Сюрреализм, действительно, какой-то сюрреализм. Но сюрреализм был только выезжаешь за Курахово до нашего нулевого блокпоста. Большое впечатление произвело, вот яркая такая вспышка была, это перевернутые опоры электропередач. То есть они скрученные были. Вот такое ощущение, как будто великан взял их, там поигрался, поскручивал, покидал на землю, поломал. Вот это вот было такие, ты понимаешь, сколько высота этой опоры, и ты понимаешь, что это в нее что-то прилетело, и так ее согнуло, там свернуло. Очень много машин. Гражданских, автобусы, грузовики. Грузовики с брусом шли на ту сторону. Вот это нас тоже поразило, и меня в том числе. Идет война, а мы туда везем брус, из которого очень хорошо строить блиндажи. Меня попросили, можно так сказать, остаться в лагере. Ну, приготовить пищу, ждать. Вот, это незабываемое. То есть ждать, да, так понял это, так прочувствовал. Вот, время идет, пищу приготовил, убрал в палатках. Перебрал все, а ребят нет связи с ними, как получается, и быть не могут, они на той территории. Была заправка, называлась Гамалия, там у них был блокпост большой. То есть мы подъехали, никто никуда не выходит, тишина в машине, нервное курение. Главное сделать первый выезд на ту сторону, то есть увидеть, кто стоит там на блокпосту, как к тебе будут относиться, как вот этот первый проход. Это самое, наверное, тяжелое, потому что ты постоянно не знаешь, что может происходить. Лично я пытался понять тех людей, которые были на сопровождении. Вот что толкнуло на сей конфликт. И вообще, просто было полное недоумение, что у нас происходит. Дождались сопровождения, зашел ДНРовец, необычный с виду. Бородка, на бородке завязана косичка, в ухе серьга, длинный волос, с ним была СВД, Паша с позывным «Варяг». Ополченец, сепаратист, да, который ехал со снайперской винтовкой, и вот мы с Костей Сологубом сидели сзади, эта снайперская винтовка так мотылялась у нее между коленей и попадала прямо нам, получается, под шею. Как-то вот это было очень неприятно. Говорю, «Варяг, слушай, убери винтовку». Некомфортно я себя чувствую, когда мне в лоб целится СВД. Вот оно передо мной качается. Снял магазин, показал мне, что он снимает магазин. Он передернул. Показал, что нет патрона. Поставил на предохранитель, все. Ну и потом уже как-то так легче было. Уже и вечереет, а они не возвращаются. И никто не знает, до кого обратиться. Все заняты своими делами, а я от палатки до
палатки, выглядываю, только где-то появится в начале заезда на территорию какие-то фары, думаю, наши возвращаются. Нет, нет. И вот эти минуты, часы для меня там казались самым наказанием, кошмаром, врагу не пожелаешь. И вот только когда появились наши, вот, вернулись, вот, и все, я сразу же заявил, или я уезжаю домой, или на следующий раз кто там будет, я уже, я тоже должен там быть. Вдоль посадки идем, видим, вначале мы увидели разбросанные вещи. И подушка валялась, там какие-то спортивные штаны, ну все, что может человек с собой возить, то есть военные, да, то, что наши ребята с собой берут, чтобы как-то быт обустроить. Все это было вдоль посадки просто разбросано. Подходим, видим 4 тела. За 50, за 100 метров до наших ребят, которые лежали на земле, вот, уже грязь, такое болото. Вот, и вижу, что тут уже побывали неоднократно и мародеры, потому что личные вещи, сумки наших бойцов были выпотрошены, выброшены, все это под ногами. Вот. Вся посадка заброшена такими личными вещами. Ну и тут лежат наши солдатики. Погода стояла жаркая. В тот момент, когда мы выехали, тела уже, первая стадия разложения прошла. То есть они уже начали подсыхать. Но тем не менее, работа насекомых еще имело место, ну, запах стоял соответствующий. Ну, естественно, когда мы вот подошли к этому месту, ну, для многих это был, я так понимаю, для многих ребят это был своего рода шок. По состоянию тел, это теперь мы уже знаем, прошел примерно месяц. Таких вот каких-то моментов, когда человек говорил, что нет, я не могу, или я это делать не буду, такого не было. Услышал, что могут быть и бойцы наши и заминированы, сюрпризы такие, могут быть и мины, и гранаты подложены специально. У меня мысль была вот не сломаться как-то вот, потому что вот этот запах, да, как, ну я по роду работы там в морг когда-то ездил, да, и вот там снимали с милицией, то разное видел, и этот запах тоже слышал, но вот настолько близко я с этим не сталкивался. Я должен сказать, что Толя Золотарев просто молодец, первый выезд был его. Он тут же переоделся и тут же начал осмотр. Сразу как-то я для себя, да, мы многие, наверное, тогда поставили этот психологический барьер, то, что это не человек. Перед тобой какой-то, скажем так, манекен, который ты просто должен вот как на курсах отработать, как на экзамене. То есть ты должен проверить там карманы, все, загрузить его и отнести до машины. То есть не отождествлялся лично человека, не отождествлялось тело. Досмотр тел, он включает не только осмотр одежды, описание одежды, но и осмотр непосредственно тела. На наличие наколок, каких-то особых примет, полученных, так сказать, прижизненно. То есть это могут быть какие-то шрамы от перенесенных операций, допустим, ну, работа стоматолога в том числе. Естественно, это, ну, занятие малоприятное, и для психики нормального человека оно практически, ну, как бы неподъемное. Но тем не менее, ребята переступали этот психологический барьер. Первый боец — это очень тяжело было, ну, главное, там еще как бы должно быть 4 человека, тогда распределяется как бы ноша равномерно. А здесь мы вдвоем несли очень долго. Это, наверное, такое скотское человеческое свойство. Ты все равно думаешь о себе. Его тяжело было нести, 500 там с лишним метров по грязи. Просто парень тяжелый. Вот это вот такое было какое-то в первое впечатление. 4 человека, но один из них был самый тяжелый. Вот, как, вот это как-то запомнилось. Уже научился просто отключаться, вот, и думаешь об этом, когда уже возвращаешься оттуда, возвращаешься, причем не на базу, а возвращаешься когда домой, когда встречаешь своих друзей, своих родителей, когда мирное время как бы там,
Вот. Когда вот тогда начинаешь вспоминать это все, вспоминать и прекрасно понимать, где ты был, что ты видел, что ты делал. Отождествление с человеком происходит в том случае, когда ты уже потом встречаешься с родственниками. Вот, вот это вот было, ну, это самое сложное. Как-то знаете, ну, ты же думаешь, что ты мужчина, ты не должен плакать. Когда ты сидишь рядом с мамой погибшего бойца, там сестра, его отец, и они начинают рассказывать про пацана, он для тебя начинает обрастать плотью просто-напросто. Ты уже понимаешь, что он любил, дрался, ругался с мамой, любил маму, а его сейчас не стало просто-напросто. Вот тогда вот происходит уже, что тогда ты сидишь и просто плачешь, у тебя слезы непроизвольно просто бегут из глаз. Что Сергей сегодня говорил, что они ездили в Красный партизан или они поедут? Мы когда собирались на выезд здесь, в Кривом Роге, то есть приехали на наш офис на поезд Днепр, погрузили машину, подошла женщина и девушка, и с Александром Павловичем, с Гузевым что-то там разговаривали, говорит, у нас там сын пропал, жених пропал, ну то есть вот пропал где-то там, может быть, и Павлович записывал. Она говорит, у него татуировка на правом предплечье, такой лик беса, ну, лицо беса такое, черт какой-то там изображен. Когда мы начали осматривать третье тело, по сути дела, особо ничего вроде бы как и не говорило о том, что мы найдем того человека, о котором шла раньше речь. Но когда вот обнаружили в разгрузке флягу в чехле, я попросил снять чехол и посмотреть, не подписана ли фляга, то на обороте фляги под чехлом мы увидели три буквы. Ну, это фамилия, имя, отчество, инициалы, боец, нацарапал. Мы его раздели на предмет наколок. Подтвердила наколка на плече, а когда я уже чехол с фляги снял, и вот эти инициалы были, это уже ну, определило, что точно он. Мать звонила практически каждый вечер, интересовалась. Наверное, дня три я не хотел ни о чем говорить. Ну, это и с точки зрения, так сказать, ну, определенных правил, по которым мы работали с целью их соблюдения. И с другой стороны, ну, как бы не хотелось говорить о том, что это уже свершившийся факт. Поэтому я находил там отговорки в том, что мы пока не выезжаем, потому что прошел дождь, выехать невозможно. Ну, короче, находил всевозможные оправдания тому, что мы якобы сидим на базе, никуда не выезжаем. Ощущение, с одной стороны, облегчение, с другой стороны, было, ну, вот у нас у всех была фраза, как же мы сообщим-то? Как, ну, телефон есть, мама, а как мы имеем право ли мы сказать? Потому что, ну, вот это было как-то тяжело. Потом, честно говоря, при очередном звонке матери я не выдержал и сказал, что мы, в принципе, нашли бойца, который подходит под то описание, которое она дала. Ну, я не уверен, но, по крайней мере, наколка есть. Вот такие вот моменты есть. Она сразу сказала, а это он. Когда поднимали ребят, которые все были узнаваемые, вот мы же не знали, что есть постановление, не знаю, там, чи кабіна, чи там кого, що робить ідентифікацію тільки на основі ДНК. От. Ну, а після коли узнаваємо, ми ж взяли ж родственникам сообщили. А ті ж почали на комбату наїжджати, чому їм тіла не видають. Ну, коротше, вийшло, і ми по шиї за те, що... Ну, що, ну, училися, кожен день це училися. Я по сотке прошу, как цифра. Одна двойка и два нуля. Отрекитесь от кода шифра и поймите, что это я. Тот, кто вечером был в наряде, отсылал СМС домой и не знал, что летит в снаряде. Тот осколок, который мой. Не хочу быть строкою в сводке, не хочу безымянным быть.
затем умер я, чтоб у водки кто-то вечером